Центральная площадь. Одни люди спешат по своим делам, другие собираются вместе с голубыми ленточками в руках. Волонтеры благотворительного фонда призывают всех неравнодушных повязать на руку или одежду символ этого дня. Ленточка – цвет незабудки о том, чтобы не покидала нас надежда, чтобы каждый ребенок нашел свой дом, чтобы как можно меньше детей терялось, чтобы родители учили их, как правильно нужно себя вести, что не нужно слушать чужих людей. После раздачи ленточек мы просим людей вечером поздно зажечь свечу и поставить ее около окна, чтобы тот человек, ребенок, который заблудился, потерялся, у него всегда был свет впереди, чтобы он шел на свет. И обязательно все были счастливы, чтобы каждый нашел свой дом. Второй год подряд в Уссурийске благотворительный фонд помощи пытается привлечь внимание к этому дню. В акции приняла участие группа волонтеров по поиску людей. Сейчас активно ищут пропавшего в апреле Андрея Альшевского, парня 16 лет. В прошлый раз мы испытали удачу, можно так сказать. Есть весомые аргументы о том, что жив, и его стоит искать. Реакция прохожих на предложение повязать ленточку разная. Одни отмахиваются, ссылаясь на занятость, другие не понимают, что к чему, а некоторые внимательно слушают и говорят спасибо за то, что привлекают внимание к этой проблеме. Екатерина Гриб, Анатолий Молчанов, Телемикс.